Учителей, воспитателей и директорский состав школы региона поздравил с профессиональным праздником Игорь Кобзев. В торжестве приняли участие более 500 человек. Глава региона вручил им благодарность губернатора и знаки отличия Министерства просвещения России. Встреча прошла в драмтеатре в рамках Большой учительской недели. Актеры театра также подготовили для зрителей праздничный концерт. Мы родители, я тоже родители. Я всегда прислушиваюсь к мнению педагогов, учителей, на что обратить внимание. Кстати, я дневник сам подписываю у родителей. И каждый раз я за неделю вижу и оценки, и те, которые замечания могут быть, или наоборот, хорошие отзывы. Это дорого стоит, потому что и в этом плане дети понимают родительское внимание, и учителя это делают знак уважения к ним.